упражнение накачать мяч или система ниппель. Ниппель, потому что работать будет в одну сторону. Это упражнение одно из самых важных и полезных во всем комплексе, но делать его в отрыве от других не рекомендуется. И эффективность его, если делать его без предварительной мобилизации, будет намного ниже. Для начала мы делаем глубокий вдох, такой же, как при упражнении «волна». И теперь начинается самое важное. Уже, казалось бы, закончен вдох и больше вдохнуть нельзя, на самом деле можно. Мы набираем еще немного воздуха, сокращая всю мускулатуру, поднимая еще выше плечи, еще больше расширяя грудную клетку. И делаем короткий рывковый вдох. Заглатываем воздух, закрываем рот и нагнетаем этот воздух из полости ртовой в легкие. Важно не заглатывать этот воздух в желудок, но вы поймете, в чем разница. Если вы будете заглатывать воздух в желудок, вы это почувствуете, как он уходит туда. Если же он пойдет в легкие, вы почувствуете сильное распирание грудной клетки изнутри. И таких вдохов мы делаем несколько, до 10. Грудная клетка буквально взвоет от увеличенного внутригрудного давления. Вы почувствуете, как ее распирает изнутри. Вам покажется, что легкие могут вот-вот взорваться от того, что они перекачаны. И вот это как раз очень важно. В этот момент раскрываются все самые потаенные участки легочной ткани. Воздух попадает туда, куда он раньше вообще никогда не заходил. И теперь остается сделать только выдох. Выдох делается точно так же, как в упражнении «задуть свечу».